расстреляли на рассвете, когда еще белела мгла. Там были женщины и дети, и эта девочка была. Сперва велели им раздеться, затем к обрыву стать спиной. Но вдруг раздался голос детский, наивный, тихий и живой. Чулочки тоже снять мне, дядя, не упрекая, не броня. Смотрели прямо в душу, глядя, трехлетней девочки глаза. Чулочки тоже и смятеньем на миг и сестриц объят. Рука сама собой с волнением вдруг опускает автомат. И словно скован взглядом синим, и кажется, что в землю врос. Глаза, как у моей дочурки, смятением синим произнес. Охвачен он невольной дрожью, проснулась в ужасе душа. Нет, он убить ее не сможет. Но дал он очередь спеша. Упала девочка в чулочках, снять не успела, не смогла. Солдат, солдат, что если бы дочка вот здесь вот так твоя легла? Ведь это маленькое сердце пробито пулею твоей. Ты человек не просто немец, ты страшный зверь среди людей. Шагал эсэсовец угрюмо, земли не понимает глаз. Впервые, может, эта дума в мозгу отравленном зажглась. И всюду взгляд струился синий, и всюду слышался опять. И не забудется поныне чулочки дяди тоже снять.